Привет, мои друзья! Сейчас я нахожусь на железнодорожном вокзале Екатеринбург-Пассажирский. Жду своего поезда номер 59, Нижневартовск-Москва. Он есть как раз там вот на табло, но еще не объявили, на какую платформу бежать. Жду. Вот мой поезд, 14-й вагон. Делаю обзор моего вагона. Вот впереди видите сам тепловоз. Сначала у меня отсюда. Так, меня выгоняют из тамбура. Заходим сюда. Хорошо. Снимаем. Так, вот видите, какой кулер. Горячая холодная вода, и кофеварка, и чайник. Это витрина продажи всяких товаров. Даже, видите, стаканы сувенирные можно тоже купить. Идем дальше. Вагон купейный. Мягкий, хороший, чистый. Видите, вагон 14, туалет свободен. Температура воздуха плюс 23. Вон горячая линия, телефон, если что, вдруг. Так, вот такая информация. Может, кому надо, почитают. Идем дальше. Так, тут расписание каналов. Да-да. В купе у нас есть телевизор. Первый, второй, третий канал. Стоп-кран не надо трогать. Расписание. Очень полезная и нужная информация. Правда, больших остановок будет совсем немножко. В основном такие 2 минуты, 5 минут по-быстрому. Ну, на больших остановках мы с вами выйдем на улицу. Так, аварийный выход. Угу, все понятно, как выходить, если что, не дай бог, конечно. Идем вперед. Видите, дверь стеклянная на выход. Вот такие полоски, чтобы лбом не стукнуться. Так, туалет свободен. Ну, давайте посмотрим. Так, вот такой предбанничек. Так, что тут? Так, мусор вот сюда. Вот сюда надо скидывать мусор. Так, огнетушитель. Вот и я тут. Зеркало. Угу. Открываем. Ну что, чистенько вроде. Хотя он уже с Нижневартовска, это уже много часов едет. Водичка есть, тепленькая. Бумажное полотенце, там туалетная бумага, даже дезодорант есть. Идем дальше. Тамбур чистенький. Веселенькая окраска такая, радужная. Переходной тамбур в следующий вагон, но мы туда с вами не пойдем. Что нам там делать? В принципе, вагоны почти все одинаковые. Хотя там, конечно, есть и более лучшие вагоны. Но мы посмотрим только наш 14-й. Возвращаемся. Полоски. Лбом не будем стучаться. Идем в свое купе. Вот видите, дверка и туда открывается. На обе стороны. Очень даже удобно. Угу. Так, идем в купе. Это мое купе. Вот первое место нижнее. Так, бутылочка лежит. Это уже проводник мне положила.
водичку. Видите, пилигрим, талая вода. Ну, спасибо. Что у меня еще есть? Вот зубная паста и зубная щетка. Так, что еще? Одноразовые такие тапочки. Но они действительно одноразовые. Не успела одеть, они тут же порвались. А ведь кто-то деньги получал. Такое махровое, хорошее полотенце, беленькое. Приятное на ощупь. Вот так, это пододеяльник. Он предназначен вот для этого теплого одеяла. Но сейчас в вагоне очень тепло, и оно мне не понадобится. Так, вот видите, там вот сейф. Так, там тоже сейф. Посередине регулятор кондиционера. Лучшее место для селфи. Наверное, пошутили. Вешалки для одежды. Это все здешнее. Вот он, телевизор, пресса там, информация необходимая. Так, ну тут мы уже расположили, что-то уже свое поналожили. Так, вот видите, это наушники для музыки и телевидения. Здесь тоже с этой стороны наушники. Так, это, видите, розетка. Это сейф с моей стороны. Точно такой же есть с той стороны. Вот такие стаканчики, 4 штучки. Чистенькие, вроде не заляпанные, никаких пятен нет, промытые. Так, это солонка. Такая солоночка. Вот. Ну, в принципе, приятное купе. Вот еще раз посмотрим. Тоже хорошие цвета, окраска. Радостные такие, желтенькие, красненькие, веселенькие. Ковровое покрытие мягкое. Люди спят. Так, вот это вот у нас открывать бутылки. Так, что еще? Ну, сейф я показала. Вот смотрите, какой мягкий такой материал. Чем-то обшитый, не знаю, то ли кожа, то ли что. Но очень удобно и очень мягко. Так, посмотрим телевизор, каналы. Я включила. Вот видите, мне дали наушники. У нас в купе маленький ребенок спит. И чтобы мне его не будить, вот такие наушники. Я включаю. Пробую. Вам тут слышно, не слышно? Ну, неважно. Главное, что я сама слышу. Вот. Вот художественный фильм на Первом канале. На Втором канале будет культура, наука. В общем, познавательный такой канал. Кому что нравится, тот себе и поставит. И детский канал. Детишек, конечно, много едет. Лето. Очень хорошо, что есть такие мультики для деток. Ставлю на зарядку свой сотовый. Не надо мне никуда далеко бежать. Вот все здесь, в купе. Вот пока он будет заряжаться, я, наверное, почитаю такую информацию. Что включено в стоимость билета? Постельное белье, питание, так, багаж, бесплатные услуги. Вот, бонусная программа и прочее, прочее, прочее. Эти услуги для детей даже есть. Очень удобно. Все понятно. Хорошая, полезная информация. Попробуем открыть сейф. Мне уже сказали код. Открываю. Получилось.
Можно сюда положить какие-то ценные предметы, закрыть. Свой код надо будет набрать, пользоваться. А это уже, видимо, такой общедоступный код. Вот. Все получилось. Вуаля. Ну, я, конечно, им пользоваться не буду. Вот у нас большая станция Агрыс. Вышли погулять. На улице холодно. Но все равно хочется подышать свежим воздухом. Москва. Прибыл к четвертой платформе на 38-й путь. Вскоре фирменный поезд номер 59, Нижневартовск, Москва, прибыл к четвертой платформе на 38-й путь. И почем у вас картошка? Стоянка поезда 15 минут. Котлеты с картошечкой, мороженое. Не надо? Нас тут кормят. Мороженое тоже надо? Не надо. Что у вас за рыбка тут такая? Мне вообще рыба очень вкусная. Красивая. А что это такое? Жерех. Как? Жерех очень вкусный. Жерех? Жерехи, вот эти по 200, сейчас эти по 300, вот эти большие по 500 очень вкусные. Сейчас перекуть там. А мидение рыбы. А это тоже? Да, я вижу. А это тоже? Да. А это что-то вот... Это стерлядочка. Это луна вамя по 50, чекунь по 50, стрелячка по 500, палочки по 100 рублей и хребет-жирь, это лосось по 150. И где они водятся? Волки, все. А это стрелятка, это вятки, а это все волжская рыба. То есть очень хорошая. Сами ловите, сами коптите? Нет, это я с завода взял. Нет, это 100% гарантия даю. Очень вкусный. Как вы будете? Куда побежал? Нет. Да, я думаю, мне еще будет долго ехать. Ну, ладно. Просто для интереса. Спасибо. Ну, мы поехали дальше. Я зашла еще раз в туалет. Смотрите, какой душ. Водичка теплая, проверена. Вообще хорошая штучка. А вот принесли нам обед. За моей кофтой там. Это горячее нижний такое, они погрели. Нижний. Ага. Горячий, там еще горячий. Ну, я считаю, что это ничего. Если можно сэкономить, то на этом можно сэкономить. Но здесь уже не сэкономишь. Нет, можно гречка и курочка. Такими маленькими кусочками порезали. Да, здесь что у нас в коробке. Приятного аппетита. Сразу реклама. Булочка. Сахар. Это что, кофе, наверное, да? Чай. Чай? Или печенье, или кекс, печенье. Сыр. Вот так, да. Джем вишневый. Вот такой набор. А это вроде бы как река Кама. Уже вечер. Скоро мы подъедем к городу Казань. Там будет большая остановка. В общем, приятная поездка в хорошем вагоне. И вид прекрасный из окна. Меня сменили соседи. Семья с маленьким ребенком вышла.
А зашла женщина вот с такой моськой. Такая замечательная собачка. Мама ее вышла в туалет. Она бедненькая ждет ее. Смотрите, как смотрит на двери. Ну что, давайте ознакомимся с тем, что нам тут предложили почитать. Каталог товаров, которые можно приобрести у проводника. Цены, фотографии. Все это можно оплатить и карточкой. Ну, я весь каталог, конечно, посмотрю, но вам уж не буду листать каждую страничку. Так, а вот журнал «Отдохни». В дороге можно почитать что-то. И газета российская. Так что скучно не будет. Телевизор, газеты, журналы. Ну все, вот мы и подъезжаем к Москве. Из Москвы я поеду дальше, вернее полечу. Но об этом будут другие видео. Так что подписывайтесь на канал, следите за моими видео, и вы узнаете, куда я еду, что я увидела. Так, вот видите, телевизор уже не показывает никакие фильмы. Все, мы подъезжаем к Казанскому вокзалу. С вами я прощаюсь. Всем пока-пока.